Всем привет! Как вам и обещали, это вторая часть влога. Сегодня мы идем на ноузворк. Я хотела вам... Давай. А, такие пальчики вкусные, да? Если что, она не кусает, просто их облизывает. В общем, сегодня мы идем на ноузворк. Сейчас покажу вам, что мы берем с собой. Итак, с собой мы берем бутылочку для воды. С собой берем обычный ошейник, потому что в прошлый раз нам сказали, что если мы будем участвовать, допустим, в соревнованиях, то рывковая цепочка не допускается. Берем с собой пакетик, маечку, поскольку мы едем в такси и Лексу иногда укачивает. Также мы с собой берем обычные пакетики. На случай, если кое-кто захочет сходить по-большому. И также мы берем с собой вкусняшки. Мне пришла с Казань Экспресс сумочка. Сейчас вам покажу ее. Вот так вот выглядит сумочка. Она силиконовая и она на магнитах. Очень удобно. Она, кстати, большая, вместительная, потому что... На фотках она кажется достаточно маленькой, но по сути она очень вместительная. И здесь вот такой вот крепеж, прищепка, что очень удобно. Ее, кстати, можно поставить наоборот, если вам это необходимо. Такая вот сумочка. Сюда мы складываем свои вкусняшки. И еще мы с собой берем влажные и сухие салфеточки на случай, если кто-то из нас заморается. Да? Алекса 100% заморается. Самая первая. Это такой вот поцелуйчик в камеру. Она почему-то неравнодушна к штативу, поэтому всегда старается носом в него уткнуться. Ну и, собственно, на этом все. Это все, что мы берем с собой. И сейчас мы уже пойдем собираться. Все хочет ко мне привоститься, да? Вот так вот. Сейчас мы уже идем собираться, погуляем немножко, вызовем такси и поедем на занятия. В общем, друзья, мы уже на улице. Ждали сейчас, пока найдется такси, больше 5 минут. И таксист приедет только через 9 минут. Ну, потому что собака, и никто не хочет, видимо, вести с собакой. Хотя у нас стоит риф с животными, то есть... Мы доплачиваем сумму за это, а не просто так, что, знаете, вызываем такси, таксист приезжает, и мы такие, ой, а у нас собачка. Лекса, фу! Ну, фу. Тут еще разброс. Ну-ка, пошли. Ну-ка, иди ко мне. Иди сюда, там вон какая-то зеленая хрень. Давай, ходи отсюда. Кто-то травит, наверное, собаку. Иди сюда ко мне. Девушка, если будете тут гулять аккуратнее, потому что тут какая-то зеленая жижа на снегу. Мало ли, ну, отрава какая-то или еще что-то. Да? Предупрежден, значит, вооружен. Пошли за палками другими. Пойдем. Давай к нам, Петуль. Аккуратно. И, Ксюш, стой, стой, стой. Иди сюда. Ну. Там, смотри, какая палочка. Ой, какая палочка. Апорт. Пока ждем таксистов, мы гуляем. Короче, гуляем сейчас на площадке. Лекса пошла к палкам, увидела тут множество палок, конечно, они ее заинтересовали. И посмотрите, что там. Что-то зеленое на снегу, если вам видно. Вот. Скорее всего, это отрава. Так что будьте, пожалуйста, бдительны. Лекса, рядом. Лекса. Хорошо, умница. Опс, так.
там с собачкой. Не идем туда. 6 чуть раньше, чем нужно было. Ладно, потому что и так долго ехали, тут проще дойти, потому что машина это все выезжает обычно. Смотрите, что с Лексой. Это капец. Это просто жесть какая-то. Сейчас буду ее стирать. Ты же не играть пришла, а заниматься. Вверх. Сейчас пробовали проходить трассу. Нам ставили одну баночку, вот эту штучку. Вот. Удобно тебе, Лекс? Хватит. Все. Нет. 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 Ну что, мы позанимались. Давай. Сейчас вызвали такси. Будем ждать такси. Поедем домой. Правда, Лекса была сегодня супер мега перевозбужденная. Так что я, наверное, приняла для себя правильное решение, что в следующий раз мы поедем заранее. Тут рядом есть площадка для собак. Я с ней какое-то время там погуляю, хотя бы, ну, полчаса, чтобы она побегала. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы она свою энергию выплеснула. Эй, на Потулечкин! Скажи, я домой хочу уже! Не стала я, кстати, ботинки надевать, потому что куча собак в малюсеньком коридоре, которые ждали на своей очереди на занятия. И было просто очень неудобно там одевать ей что-то. И плюс ко всему еще там нет ни лавочек, ни стульчиков в коридорчике. Мне даже вещи некуда положить, поэтому мы так быстро оделись. Но мы все равно на такси поедем, так что ничего страшного. Кстати, я ей тут чуть-чуть отмыла, но все равно это, конечно, не то. Сейчас приедем. Будем мыться, да? Лекса! Эй, какая красота! Мы добрались уже до дома. Вот. Сейчас пошли мою маму встречать. Она еще не дошла, так что мы ее пойдем встретим. Идем. Вы не представляете, она сейчас залезла ко мне на коленки. Тут видно. Конечно, я спросила у таксиста, ничего ли страшного в этом. Но она сидела исключительно на мне, и она сразу уснула. То есть, ну, моментально. Буквально 2 минуты, и все, она спала уже. Пойдем, Лекс.
Лекса, пойдем. Вот так вот. Вот что значит умственная нагрузка. Тут все еще елка стоит. Смотрите, сколько снега у нас. Что лавочки просто запорошило полностью снегом. Скорее бы уже весна. Ты что, устала? Сейчас, быстро. Сейчас Денке поможем.